Спортивная набережная – точка отчета для каждого мэра приморской столицы. Однако, несмотря на все усилия местных властей, территории никак не удается привести в надлежащий вид и даже освободить от незаконного бизнеса. Место, популярное у горожан и гостей Владивостока, до сих пор находится в удручающем состоянии и нуждается в благоустройстве. В этот раз городской объект проинспектировал вместе с мэром Владивостока и губернатор Приморья. Конечно, одна из проблем в городе – это набережные, те, которые там ранее были «Водник», стадион «Динамо». Вот, то есть они сейчас застроены, значит, теми людьми, кто решил там расположить гостиницы в контейнерах контейнерного типа. Там жители, как правило, значит, соседней страны, значит, как такой перевалочный пункт, утром приезжает, вечером уезжает. Глава региона на спортивной набережной обратил внимание на отгороженный объект. На протяжении 17 лет на этом участке ничего не делается. Он распорядился разработать специальную интерактивную карту. На ней будут обозначены все недострои и бесхозные земельные участки приморской столицы. Пользоваться картой смогут все жители Владивостока. Городу поручили сделать необходимые документы, значит, эскизный рисунок, проектно-сметную документацию на то, чтобы сделать нормальные пирсы, сделать нормальные сходни, сделать там какие-либо бассейны на той территории, которая принадлежит городу. Также по поручению полпреда Юрия Трутнева будет решен вопрос с несанкционированными торговыми точками. Снесут почти 3000 таких объектов, которые расположены на тротуарах, на проезжей части, мешают проходу и проезду горожан. Олег Кожемяка подчеркнул, это объекты нелегального бизнеса, не стоят на учете в налоговой, а значит не приносят дохода ни в краевую, ни в городскую казну. Светлана Садовая, новости на Восьмом.